хотел показать одну функцию в Мерседесе, которую многие, наверное, даже не знают, владельцы этих машин. Отвез сына на джиу-джитсу, и там очень много сейчас и детей, и родителей. Все стулья заняты, я так постоял в углу. Решил посидеть на лавочке. Ну, на улице у нас стало очень холодно сейчас, ноябрь в Лас-Вегасе. С 22 температура резко упала сегодня на 14. А я так в футболке, поэтому сел в машину. Но чтобы ее не заводить, есть такая функция прямо возле кнопки кондиционера. А прямо под кнопкой кондиционера написано REST. Если нажать эту кнопку, когда заглушена машина, загорается такая лампочка. Сейчас услышите, начнет дуть вентилятор. Вот, пошло. И что удобно, сейчас это просто машина выключена, и она гонит воздух из-под капота. На самом деле теплый воздух идет сейчас. Удобная функция, это такая же кнопочка и сзади управления кондиционером. Здесь тоже такая есть кнопка. И удобно, вы приехали в магазин зимой, заглушили машину, нажали на кнопку, пошли в магазин, и машина стоит и подогревает салон. Естественно, не так, как она подогревала бы с работающей печкой, но зато идет гораздо теплее воздух сюда заходит постоянно. Так что в течение 30 минут это будет гореть, работать этот вентилятор, потом все заглохнет. То есть, если вы надолго ушли и забыли случайно, то она не посадит вам батарею. Достаточно удобная функция. Я думаю, не все знают о ее существовании.